можешь попасть. Так, халло, халло, пачаны. Значит, многие топ-геймеры не верят, что, типа, Выжилинк перешел на Азубу ТВ с Твича. Пиздец, типа, вот уже лет, ты, значит, наебываешь. Ну, и не все подтягиваются, пачаны. Стримы отныне на Азубу. Раз и навсегда, нахуй. Потому что я не хочу, чтобы мой Twitch по факту забанили. Я же как бы на хохлов пищу, я же должен как-то самовыражаться орами, криками. А на Твиче вот сейчас вы сами понимаете, что происходит. И Выжилинка канал может следить к хуям. Вот. То, что контракт там типа 5-10, это все блеф. Все полный блеф. И, ну как это, разжарить, так разогреть обстановку? Ты там, блядь, сам, да, правильно, лепи эту хуйню. Соклеил. Нахуй Твич! Вот. Нахуй ваш Твич, блядь, все. Да, и что касаемо вот этого видео, самая главная тема, что будет марафон через месяц. Чё, блядь, через 5 Олег минут завтра нахуй уезжает, марафон будет? Олег завтра уезжает, и через месяц он снова приезжает, чтобы что я... Ты пиздишь, я прям сейчас стрим начну. Вот, потому что Олег хавает много слишком. Покормить его сложно, и, соответственно, он запускает марафон-стрим сегодня. Во сколько? В 3:55 мой... В 3 по Киеву, он сказал. Без 5 пол в кидочке. В полсидочки? Это пол в кидочке. Это как пол в сидочке. В общем, знаешь, в тюряге. Сколько ты сидел? Полсидочки, бля. За примерное поведение, типа, было по УДО. В общем, пачаны, в 3 часа по МСК запустим марафат. И начнется джих. Не, Джифа. Да, не, Джи Ильдар Жахаров. В 3 часа, все, пацаны, заходите на Азубу ТВ, это самое видео, я это удалю, безусловно, я буду вот постоянно так делать. Вот если народ не прибавится на Азубу, как бы меня будет смотреть все меньше и меньше людей. Мы будем делать как Глеб, выкладывать видео на ютабчик, вы будете заходить на стримчик и все. Да, то есть тупо фит-ленту буду засорять, ну не смейте отписываться. Сука, сейчас знаешь, такие, блядь, скажут, о, на оповещение на ютуб ставить начал, чучух-чучух, да, и посыпались, блядь. И кстати, это самое, посыпется не только уголь, блядь, ёпта, с ебучих вагонов, но еще из ваших задниц, да, блядь. Полетит все. Так вот, видео я это буду удалять. Также, что касаемо этого самого, убавление видео этих или зрителей на Азубу. Я буду пилить каждый день эти самые оповещения. И, собственно, нужно искать оповещения на Азубу, как это было на Твиче. Насколько мы сегодня сделаем марафон? На 72 минуты? Чего, блядь? Насколько марафон-то, блядь? Давай, на 48 часов или на 24? Подожди, ну, блядь, 48 часов, это до четверга. Давай 12 часов марафон. Нет, 12 часов это херня. Я каждый день, когда ты стримил, 12 часов никого не... Слушай, да у нас каждый день марафон тогда. Стримил, не повещая. Да пускай будет пока разогревочка. Да, давай разогрев перед предновогодним марафоном. Предновогодний марафон будет, я думаю, уже на топ-хате, да? Какой топ-хате, блядь? Который не будет. А нас, знаешь, вот зовут постоянно куда-нибудь. Эй, приезжайте к нам в Ихтады, на Казахстан, блядь, и мы... Сразу, ёб твою мать, блядь! При том, что это даже недостоверно того, наёбывать. Нахуй, побежал, блядь, паспорт не забудь только. А и прописку тоже, блядь, ёпт. Там же в Казахстане. Ну ладно, в Казахстане можно прибывать. Да, там по паспорту СНГ пускают. Ну, не СНГ, а русскому паспорту. В общем, пацаны, залетайте на стрим, ссылка будет в описании. I'll be back with Мощадка. Ссылка, да, так ты сказал, да, в описании? Нет, я сказал... Ссылка в описании.